Всем привет! Вы попали на канал Бисринка Шоп Китти, и это новый обзор, новая часть обзора моих амигуруми из бисера. На моем канале есть уже, наверное, 7, а то и 8 частей обзора амигуруми, и везде они все разные, нигде не повторяются, поэтому переходите на канал, кто еще не смотрел, смотрите в разделе видео. Также у меня есть не только обзоры на амигуруми, но и на фигурки крестика, влоги. В общем, те, кто новенькие, добро пожаловать. Надеюсь, вам понравится. Ну, а те, кто старенькие, да, можно так сказать, старенькие, кто уже со мной давно, знают, что раз в несколько месяцев я выпускаю новый обзор, новые части. И многие у меня спрашивали, когда, скоро. И вот я решила сделать именно сейчас обзор, потому что, ну, уже достаточно так прилично скопилось у меня амигуруми. И давайте начнем. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот гусь обнимусь. Он сделан в виде брелка и скоро отправится на продажу. Те фигурки, которые с брелками, скоро отправятся на продажу. Это уже мой второй гусь обнимусь. Первого я также продала. Далее вот такой вот хомячок. По идее, это должен был быть обычный хомяк. Но у меня уже заканчивался вот этот синий бисер. Я не знала, куда его пристроить, потому что его было мало. И решила я сделать хомяка-циркача. Вот такой вот получился. Далее вот такой вот хосеныш маленький. Схему я тестировала, но она уже есть в общем доступе. Такой вот маленький-миленький. Далее, это вот такой вот слоненок. Вы его еще нигде не видели. Ни у меня в телеграм-канале, ни в шортсах. Потому что я его только недавно сплела и еще не успела даже отфоткать и отснимать. Поэтому, да, сначала вы его увидите в этом видео, а дальше я уже буду его фоткать и снимать. Так, дальше что идет? Это у меня вот такая вот семья ушастиков. Вот такие вот они миленькие, классные семейка. Далее это зайка-фермер. Тоже вторая фигурка по этой схеме. Первую я продала. И это также отправится на продажу. Овечка Сьюзи. Вот такая вот. Такая вот коровка. Фиолетовая коровка Милка. Далее вот такой вот соболь. На него схему я тестировала. И она платная. Вот такой вот дракоша на совместник. Так, далее это вот такой вот зайка. Мне схему на него мне подарила Катюша, моя любимая, на день рождения. И это моя первая фигурка, первая амигуруми, которую я сплела на свое 19-летие после своего дня рождения. И плела его в тонах, которые по моему настроению, можно так сказать. Сам заяц белый. А комбинезон и бантик у него черный, потому что у меня тогда было такое настроение не очень хорошее, но мне очень нравятся результаты. Это одна из моих фигурок-фаворитов. Далее это вот такой вот динозаврик лесной. По платной схеме плела, давно покупала, но руки дошли только сейчас плести его. Далее это Queen Bee, схему я тестировала у Даши. Вот такой вот Том, а к нему идет Джерри. Тоже схему на них мне подарила на 14 февраля Катя. One love. Такие вот. Далее это Лонг, к вами дракона из Леди Баг и Суперкота. Схему я тоже на нее тестировала, скоро должна выйти в общий доступ. Вот такой вот лежачий мишка,
Лежачий котик. Тоже тестировала их обоих. Вот такая вот по-настоящему весенняя фигурка, божья коровка. Очень классная, очень мне нравится. Такая прям милая. Очень классная. Собачка Даффи. Схема на нее тестировала. Честно, не помню, платная схема или нет. Вот такой вот котик. Тестировала схему у той же девочки, что и собачку. Но на него схема бесплатная, это точно, я могу сказать. Далее, это кота-клоун, схема на него я тоже тестировала. Вот такой вот брелок, баскетбольный мяч. Он не отправится на продажу, он сделан для кое-чего другого, но пока я этого не могу сказать, для чего именно. Пока что он будет у меня. Далее это попугай Кеша. Давно я хотела его сплести, и вот на днях только его сплела. Вот такой вот гусь лежачий. Мини-версия. Гусь обнимусь. Ой. Ну, поняли. Далее вот такая вот нателка маленькая. Заяц Бонни, по-моему, его так зовут. Меня пригласили на него в тест. И я его сплела. Далее это две позы дракоши Тоби, сидеть и стоять. Сзади есть самый первый дракончик Тоби, которого я тогда тестировала. И он у меня самый любимый, поэтому практически в каждом видео и присутствует. И вот его семья. Далее это вот такой вот цыпленок пасхальный. До Пасхи еще около 2 месяцев, но уже делать фигурки на эту тему. Далее вот такой вот дракончик, лавандочка, но у меня он получился тюльпанчик или одуванчик, тюльпанчик. Далее это влюбленная пара драконов. Схема на них я тестировала, схема также платная. Вот такие вот оба милые спящие дракончики. И последняя фигурка это вот такой вот цыпленок. Плела его на совместник от Оксаны Бисер без границ. Обзор у нас получился. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите в комментариях, как вам фигурки, какая вам больше всего понравилась. А на этом все. Всех люблю, всех целую, всем пока.